Ежегодно в начале июня во всем мире отмечается День мороженого. Несмотря на то, что погода за окном не благоволила поеданию этого холодного лакомства, в детском реабилитационном центре под крылом было по-летнему ярко и тепло. Воспитанников учреждения поздравили представители администрации и лидеры движения общественной поддержки Николай Кашников и Ирина Спирина. Сегодня Всемирный день мороженого, а дети все любят мороженое, это сладость и радость для них. Поэтому мы сегодня пришли подарить им немножко веселья, вкусности, радости. Мы видим, что дети рады и довольны. А для нас, для взрослых, это самое важное и главное, чтобы дети были счастливы. Раздачи сладостей не ограничились. Для детей приготовили шоу мыльных пузырей. А еще каждый желающий мог сделать воображаемое животное из воздушного шара. Это центр реабилитации детей с неврологическими, в общем-то, отклонениями, которые, ну, здесь ему помогают. То есть это такой небольшой уютный домашний центр, где дети получают квалифицированную помощь. И психологов тут, и массажисты с ними работают. Но вот сегодня мы решили устроить им небольшой праздник. Сегодня все-таки Всемирный день мороженого. Поэтому вот как-то немножко им улучшить настроение. В рамках движения общественной поддержки его лидеры оказывают необходимую помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации и людям с особенностями развития, а также продвигают инициативы, направленные на улучшение условий жизни в Химках для этих категорий граждан. О том, что праздник удался, говорят улыбки детей. Сладкая акция в честь Дня мороженого пришлась всем по вкусу.